Более 380 автомобилей приобрели для железнодорожников в этом году. С их помощью доставляют работников Казахстана Теміржолы до места производства или перевозят тяжелое оборудование. По словам специалистов, подобную технику давно не обновляли в Алматинском регионе. Гафу Али продолжит тему. 10 автомашин различных моделей уже поступили в распоряжение монтеров пути, связистов и энергетиков Алматы. Еще 30 отправят на другие железнодорожные предприятия региона. Техника значительно облегчит и без того нелегкую рутину наших железнодорожников. Поэтому обновление на железной дороге по достоинству оценили ветераны отрасли и работники. Эта новая техника как бы отличается. Она семиместная. Можно посадить бригаду, поехать на работу, загрузить шпалы, оснащенные кондиционером, что можно в сильную жару хотя бы посидеть. Новые машины ускорят процесс работы и облегчат жизнь наших путейцев. Мы в свое время о таком и мечтать не могли. Казахстан Теміржолы создают условия не только для полноценной работы железнодорожников, но и для отдыха. По всей стране вдоль железных дорог установлены 1224 контейнера для обогрева. А для проживания железнодорожников, выезжающих на отдаленные станции, строятся модульные дома. Для упрощения производственных процессов в путевом хозяйстве приобретены средства малой механизации, домкраты, шурупогайковер и другие. Выполнение вот данных мероприятий позволит облегчить труд наших работников. Средства механизации они намного улучшают и облегчают тяжелый труд монтеров пути. Всего в этом году приобретено 384 автомобиля различных моделей, 92 специализированных грузовых, 142 грузопассажирских и пассажирских, 62 автобуса, 88 машин повышенной проходимости. Гафу Али, Кенже Амраев, 24 KZ, Алматы.